Да. Вы крутые, ребятки, никто не спорит. У вас там целая индустрия, да. Все знакомы между собой. Камеры, дроны, оборудование, фестивали, джемы, соревнования, команды, корпорации, шмотки. Даже Red Bull реанимировали. Ну а что мы? Кого из русских вы знаете точно? Эрик? Шейд? Паша? А, точно, он даже не из России. Но ничего, у нас есть самое важное. Вам сложно удивлять, за вами пристально следят со всей планеты. А нас не знает никто. Именно поэтому мы толкнем свое дерьмо в массы. Но помните, это все лишь художественный вымысел. Или нет?